Народный фронт выдвинул первое правительство кандидата в министра Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко. Если вы посмотрите отзывы международных организаций, отзывы общественных организаций о том количестве реформ и изменений, которые были сделаны в этих двух министерствах, то увидите, что они в лидерах. Поэтому, несмотря на разного рода информационные шумы, заказные провокации, эти министры должны работать дальше, по нашему мнению. Если есть другие кандидаты у наших политических партнеров, они должны их назвать, мы должны тогда провести кастинг, отбор, сравнить, кто лучше, кто хуже. Но нас привыкли делать так. Выбрасывается в СМИ какая-то фамилия, а вы потом ее обсуждаете, извините за выражение, обсасываете, облизываете и так далее. Пока нету решения фракции, блока Петра Порошенко или кого-либо о поддержке того или иного министра, я вообще не собираюсь обсуждать ни с кем никакие кандидатуры, потому что это пустое сотрясение воздуха.